За звание лучших на турнире боролись три команды – Калиновка, Горки и Белеутово. Мини-футбол невероятно популярен среди ребят. И не мудрено. Не всегда есть возможность поиграть на настоящем футбольном поле и собрать 11 человек. Здесь же в команде всего 5 спортсменов, и каждый из них участвует как в атаке, так и в обороне. Правила игры предельно просты. Впрочем, на турнире для ребят сделали некоторые послабления. Играют ученики младших классов, они еще не совсем техничны для того, чтобы играть без аутов. То есть мы им разрешаем, если мяч ударяется об стенку или уходит в аут, играть дальше. Для того, чтобы было меньше остановок и была энергичная игра. И игра действительно получилась яркой и азартной. Все ребята без исключения демонстрировали свои лучшие качества и умения на площадке. Ведь победить хотел каждый. 9-летний Родион – один из самых юных участников турнира. Мальчик признается, для того, чтобы добиться успеха в мини-футболе, нужно не только обладать отличной физической подготовкой, но и слаженно взаимодействовать друг с другом. Хорошая команда – это когда игроки хорошо бьют и стоят на воротах. Важен еще командный дух. С Родионом согласен и капитан команды «Калиновка» Сураж Сафаров. Школьник еще занимается волейболом и карате, но футбол занимает в его сердце первое место. Он мечтает стать профессиональным спортсменом и упорно идет к своей цели. Я усиленно тренировался к футболу. А что ты делал? Чеканил, растяжку делал, ускорение там дома бегал. И результат не заставил себя ждать. По итогам игры сильнейшими на турнире стали футболисты команды «Калиновка». Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.